И видите, вот Димаш вдохновляет многих певцов, многих людей. Вы заметили вообще, после Димаша все начали петь фальцетом, все начали исполнять песни микстом. Раньше не было такого. Раньше люди любили грудной, показывать свои грудной, а сейчас они микстуют. И кто в этом виноват? Димаш. Димаш, он это не певец, он человек-музыка. Певец – это я. Певец, ну, сами знаете, певцы кто, которые исполняют хорошо какую-то произведение, музыку. А Димаш – это и есть музыка. Димаш – это песня. Димаш – художник. Димаш, он, я, знаете, иногда вот слушаю его, да, я забываю, вот, просто у меня, если у вас какие-то проблемы, вот, не знаю, вот, о чем-то задумались, или хотите плакать, или что, зайдите, послушайте Димаша. Вы забудете обо всем, вы просто поникнете его мир, и он очень удивительно, ему вот столько лет, да, он молодой парень, и он как чувствует, он как ощущает музыку, он как чувствует жизнь. Даже его песня «Омир» – это жизнь означает. Послушайте, тоже вам понравится. Я просто не знал, что такая песня, иначе я сделал бы реакцию. Офигенная песня.